Сегодня у нас 1 мая. Я пришел сюда на голубятню. Открыл ее сегодня, потому что приучал дикарей из-за них, чтобы температура была другая здесь. То есть, чтобы не было ничего. Они-то, видишь, свои болеют сейчас. Я решил вот так их открыл, они не выходят. Жду, там хотел снять. Бесполезное дело. Вот они где у меня сидят здесь. Сейчас я их сюда вынесу, чтобы оттуда можно было снимать. Гули. Ну-ка. Вот они у меня где. Вот они маленькие сидят. Вот еще двое маленьких сидят. Ну-ка, покажитесь, какие вы. О-о-о! Большенькие уже. Но этот поменьше сидит, лопушок. Ну-ка, давай-ка. Гули. Вот они где. Ну-ка. Глядите, сколько семечек. Ой. Все, один слетел, а теперь все слетят. Гули. Вот они где. Да они любят семечки у меня. Вот они любят семечки как, а. Вот этих сереньких разных сюда привлек. И они у меня столько вот зиму прожили. И мои ни один голубь не заболел. То есть они как-то обеззараживают или еще-то. Вот они. Вот их видать, вот они. Видишь, какие сизари. А вот этот прилетел непонятно. Порода какая. Очень видно породистый. Вот. А вот два у меня бы вывели здесь в комнате, которые летали. Вот они здесь. А вот этого на днях поймал. Дерутся во дворе двое, дал есть. Я его поймал. И... Вот так. А этого дубонос называю. Нос у него особый такой. О, а это мои. Они боятся еще вылететь. Вот они мои сидят. Дубонос. Видишь, какой нос у него. Как идет прямо на нос голова-то. Он один такой дубоносый зову. Тоже вывел голубенка. Вот он здесь где-то видно будет или нет. Везде должен быть. Ну что ты тут? Тоже дубоносик. Вот он, дубоносик какой. Подрастает, сидит. О! Ото всех отличается. Дубоносик так вот прилетел. Вот они где. Ну-ка. Гули. Давайте, гули. Гули мои, гули. Да скорее гуленьки слетайте. Вот они где. Чтобы сохранить вот этих белых. Они породистые очень. И квелые такие, как говорят, болезные. И что у них, вертляшка. А вот этот серенький-то, не серенький какой-то, вот, охват. Они все крутятся. А вот эти вот я решил штук 6 оставить, чтобы они тут гоняют их, они шустрые такие. И эти то ли то, что больше движутся, или еще перестали болеть. Вот они наверху. А. Вот это топчется. Вот он этот отец дубоносый какой. Вот так. Гули. Вот они где. Вот я семечками кидаю. Вот как они. Вот теперь надо дождаться, когда они сами вылетят. Я воду убрал сейчас. Вот, кстати, на левой ноге это как раз молодой голубенок. Ну, молодой он в этом году уже может потом создать. Уже и грудь блестит у него. Вот так. Никогда мне не приходилось так, чтобы специально без породы. А вот который у меня из уха так клевал, вот он, пятнышко у него. Это он в комнате вывелся в прошлом году. Такой боевой. А я их тех прикормил, там больше 10 беспородных. Но они тут будут, потом выберут, каких нужно.
Вот они у меня как летают. Ну, ради Пасхи я вам еще дам сегодня. Давайте, гули. Давайте. Сейчас остатки светят. Ну, все, топчешься-то, садись. Вот они там. Гули мои, гули. Пшеницы хватает. Даю семечек. Вот этот только сейчас выпусти его, открыл. Его только увидишь. Он у меня дня три только сидит. Дрочу. Вот так. Ну и что? Все, однако. Ну что, малыши? Христос воскрес. Ой. Какие у меня голуби. О. Вот. Светела она, голубка. А в другом гнезде одно яйцо. Вот она сидит тут. Рядом. Вот они теперь где садятся. Каждый охраняет свое гнездо. Вот это я захожу, они мне на руку садятся. Ну, сейчас у меня тут аппаратура. Я не могу их. Вот они где. Вот он же с собой все время не делит. Красивая такая порода. Гули. Вот воды-то нету, они как где-то вот это вот вылазят. Вверху там. Вот тут у меня картон. И за картоном там голубка сидит тоже. Очень плодливая тварь. Посмотри, что у меня тут есть. А что тут есть? Посмотреть. Мешки. Вот оно что, просыпанное. Это мыши прогрызли. Сегодня светишь. Не видно. Книги. Книги. А это что у меня тут? А то висит. Висят мешки. Семечки, чтобы мыши не достали. Они очень любят. У-ху-ху-ху-ху. Это они мне попортили. Вот это да. Кошки.